На какие изобретения могут натолкнуть обычные качели и какие открытия саратовских ученых использует в своей работе служба МЧС? В Саратовском техническом университете прошел фестиваль науки. С гениями научной мысли пообщалась Юлия Шишкина. Движение вперед-назад, поворот влево, поворот вправо и мигание диодом. Знаете, я сначала его собрал, это уже были первые эмоции, то есть да, он собранный. И когда я прописал, и он выполнил то, что я ему написал, это, конечно, да, наконец-то он это сделал. Так звучит эврика в устах современного Архимеда. 14-летний Никита Шевелев часами писал программу для своего вездехода, пока не получилось. Фестиваль науки в Техническом университете имени Гагарина для таких же увлеченных. Студенты, преподаватели и даже школьники демонстрируют полет научной мысли. Этим надо срочно воспользоваться, считает губернатор. Десятки изобретений земляков от первого русского гусеничного трактора до первой отечественной системы навигации заслуживают того, чтобы наука стала брендом нашего региона. Фестиваль науки как раз тот случай, когда ребенок может оказаться умнее взрослого. Второклассник Арман Сарксян очень прилежный ученик. К вечеру рука ноет от писанины. Парень придумал тренажер для руки и губернатору советует. Это что? Для чего это? Это чтобы руки сник напряжение сняли. Напряжение сняли. И это как в форме игры сделали. Ну я вот сейчас хочу сделать как бы самолет, на который завязываешь резинку. И она летит, но благодаря ней, как бы самолет на резиновой тяге. Товарищи постарше самолеты не изобретают. Управление ими, гироскопы – вот что их интересует. Цель ребят – раскачать качели и управлять этим процессом. От этого зависит транспорт будущего, считают студенты политеха. Техника, скажем так, будет уметь отслеживать свое положение в пространстве и как бы будет более стабильно себя вести в окружающем нас пространстве. Это прежде всего безопасность. Задача ставится еще на то, чтобы человек как можно меньше участвовал в управлении. То есть, чтобы все делала автоматика. Высокие технологии и программирование – вот основа многих технических изобретений современности. На таком тренажере для сварщика новичок работает не вслепую. На экран выводятся показатели – скорость сварки, длина дуги, выделяемая теплота. Автор программы – преподаватель из ГТУ Геннадий Конюшков. А это шпионская штучка – детектор поля для поиска жучков в помещении. Пока это просто научная разработка, но есть и те, что уже приносят пользу людям. Особенно хорошее сотрудничество в этом плане у нас выстроилось с Министерством чрезвычайных ситуаций. Для устранения различных загрязнений в случае чрезвычайных ситуаций используются разработки, созданные на кафедрах нашего факультета. Фестиваль науки в Техническом университете проходит 5-й год подряд. За это время проекту стало тесно в стенах вуза, считает его ректор Игорь Плеве. И предлагает наделить фестиваль науки городским или даже областным статусом. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.